Французский музыкант Жан Рандо представляет новое поколение исполнителей классической музыки. В Европе его уже называют гением. Один из лучших музыкантов мира уже завоевал две самых престижных премии клавесинистов. Жан Рандо, наша была давняя мечта его пригласить. Это юный, молодой, 28-летний клавесинист, культовый музыкант в Европе, с армией большой поклонников. Культовый, вот как рок-звезды, он даже выглядит как рок-звезда. В программе вечера будет два отделения с антрактом. В первом отделении зритель услышит концерт для клавесина с оркестром ре минор Иоганна Себастьяна Баха, а во втором приглашенный артист исполнит сельский концерт для клавесина с оркестром Франсиса Пуленко. К слову, концерт станет еще и презентацией нового клавесина. Инструмент специально для Владимирского губернаторского симфонического оркестра изготовил мастер Энтони Бонамичи. Это приобретение позволит еще и значительно расширить репертуар Владимирского Центра классической музыки, уверен маэстро Маркин. Зазвучит старинная музыка, аутентичная музыка. Будет возможность принимать ансамбли старинной музыки. Зазвучит Бах. Но ведь есть, кстати, и русская старинная музыка. Бортнянский писал для этого инструмента. И русская музыка 18 века, вот самая первая русская музыка, она с этим инструментом тоже связана. Совместный концерт культового клавесиниста Жана Рандо и Владимирского губернаторского симфонического оркестра состоится завтра в Центре классической музыки на Большой Московской. Начало 18:30. Кирилл Ужегов, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».